за шаг всего один из строя, что закрывал дорогу в ад. Фанил графит, обломки твелы, и ни свинец, ни стали мечей, сердца людей пронзали стрелы насквозь невидимых лучей. Сердца людей пронзали стрелы насквозь невидимых лучей. Ура, здесь не было с полундрой, был тяжкий труд среди руин. Тот счет на беры и секунды давался каждой клеткой им. С годами явственней все более мы ощущаем боль утрат, но во Всевышней только воле судить, кто прав, кто виноват. Но во Всевышней только воле судить, кто прав, кто виноват. Одного хватает слова, и сердце, как болезненный комок, сожмется, ожидая вести новой, и горькой пылью пахнет ветерок. И не со звезд небесных боль упала, и не на твердь бесчувственных камней, а в грудь земли проникла злым запалом и вероломно поселилась в ней. 30 лет назад в ночь на 26 апреля 1986 года произошла самая страшная ядерная авария в истории человечества. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Примерно в 1:24 ночи на 4-м энергоблоке Чернобыльской электростанции произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В воздух было выброшено огромное облако радиоактивной пыли. Оно дважды обогнуло земной шар, накрыв страны Европы, Азии, Африки, Океании, Северной и Южной Америки. Митинг, посвященный 30-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, объявляется открытым. Участников ликвидаторов Чернобыльской атомной электростанции предоставляется главе администрации Маритулевского муниципального района Сергею Юрьевичу Решетову. Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, уважаемые участники сегодняшнего митинга, 26 апреля, наверное, у каждого свой в своих воспоминаниях. Мы тогда, студенты педагогического института, услышав об этой страшной трагедии, и не представляли себе, насколько велики ее масштабы и насколько она страшна. Вся страна принимала участие, весь Советский Союз, и регулярные войска, призывники, те, кто совсем не представлял себе, что такое радиация, что такое атом, и
те, кто призывался уже из запаса, а это вот большинство здесь присутствующих, те, кто ликвидировал аварию на Чернобыльской АЭС, это были воины запаса. И все они были призваны для того, чтобы спасти мир от ядерной катастрофы. И на самом деле это никакое не преувеличение, я имею в виду спасение мира. Я думаю, что до конца еще и сегодня, через 30 лет, мы себе не представляем всей той опасности для здоровья, для жизни человека, которая несет радиацию. Я бы хотел выразить слова благодарности и низкий поклон тем, кто участвовал в ликвидации аварии, этой страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Низкий вам поклон и вечная память тем, кто погиб, и тем, кто впоследствии в результате полученной дозы радиации умер. Уважаемые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, вам прежде всего здоровья, семейное счастье, благополучие, чтобы те меры, которые государство принимает для того, чтобы помочь вам сохранять и беречь свое здоровье, чтобы они были достаточными. И все то, что необходимо для, сделать для того, чтобы вы могли и дальше сохранять свое здоровье, поправлять свое здоровье, чтобы это обязательно все делалось. Спасибо вам большое. В нашем районе образовано отделение Союза Чернобыля. И возглавляет это отделение нашего района Чернов Геннадий Алексеевич. Человек, который на самом деле душой болеет за это дело и всячески помогает тому, чтобы память об этих людях, те, кто сегодня жив и здравствует, и те, кто уже ушел, чтобы память об этих людях сохранялась. Уважаемый Геннадий Александрович, примите почетную грамоту Союза Чернобыль России, Общероссийского союза общественных объединений. По расчетам экспертов, суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри, что равносильно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Спустя 20 лет после аварии повышенный уровень радиационного загрязнения наблюдался еще на территории 70 тысяч квадратных метров. Слово предоставляется главе муниципального образования, председателю собрания депутатов Мари-Древского района, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Надежде Николаевне Зангировой. Мы должны не только помнить об этом трагическом событии, но мы сегодня, наши потомки, должны предотвратить и в последующем, чтобы никогда не случалось подобной аварии. Сегодня мы, конечно, вспоминаем тех, кто сегодня уже среди нас не стоит, в наших рядах, кто умер. Мы сегодня говорим слова огромной благодарности всем тем, кто вот сегодня выстроился здесь. Спасибо вам огромное. Желаем вам огромного здоровья. Желаем вам веры. Желаем вам оптимизма. Счастья вам. Спасибо. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Рафаилу Шайхутдиновичу Шигапову. Когда я служил в армии, я был служил на Семипалатинском ядерном полигоне. И многие не представляют, что это из себя представляет. Ну вот и наши герои, я так называю их, пошли на призыв ликвидации этой аварии без всяких сопротивлений, зная, что из себя это представляет. Я поэтому перед вами, дорогие наши ликвидаторы, склоняю голову. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы имели хорошее, доброе здоровье, радовали себя, окружающих и всех родных. Доброго вам здоровья, еще раз всех вам благ. Спасибо за внимание. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции приняли участие 32 человека из Мари-Тюрекского района. За прошедшие 30 лет из них ушли из жизни 21 человек. Вспомним их поименно. Шуталев Виталий Александрович,
Антонов Павел Николаевич, Антонов Геннадий Иванович, Борисов Геннадий Ильич, Владимиров Михаил Сергеевич, Газизов Фатбир Хайбрахманович, Городилов Федор Геннадьевич, Зворыгин Владимир Николаевич, Комаров Борис Николаевич, Пыхтеев Аркадий Сергеевич, Петров Владимир Николаевич, Романов Валерий Васильевич, Романов Геннадий Николаевич, Семенов Петр Андреевич, Сафарханов Рашид Каюмович, Старостин Александр Геннадьевич, Таныгин Эрнст Поликарпович, Тюлькин Михаил Иванович, Шагалаев Виктор Васильевич, Ялялутдинов Рафис Равильевич, Несмелов Константин Николаевич, Николаев Иван Николаевич, Семенов Григорий Семенович, Алексеев Еремей Иванович, Бажин Николай Тихонович, Жданухин Виктор Осипович. Возле Припяти мертвой стоит дерево, крест, рядом с братской могилой и рванувший ЧАЭС. Рыжий лес хоронили от зари до зари, только крест сохранили для потомков земли. Из глазниц мертвых окон город смотрит на нас, Хиросимой далекой, море плачущих глаз. Сколько тысяч, не знаем, свой покинули круг. Жизнь без родины детства — это мука без слов. Рядом с братской могилой и рванувшей ЧАЭС, возле Припяти мертвой стоит дерево-крест. Преклонись перед теми, кто погиб и исчез. Просит дерево память, просит дерево крест. Уважаемые присутствующие, почтим минутой молчания всех погибших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Лет. Черный юбилей трагедии. Юбилей, который не празднуют, но который нужно помнить. Хотя те, кого это коснулось напрямую, этот день не забудут никогда. Об этой дате нужно помнить всем. Для тех, кого слово «чернобылец» вдруг стало прошлым, а Чернобыль – бедой, которая миновала. Слово предоставляется председателю Мариетурекской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Чернову Геннадию Алексеевичу. Я про Чернобыль говорить не буду, но я только хочу поблагодарить администрацию за то, что организовали такой праздник. Огромное им спасибо и ликвидаторам долгих лет. Сильный до слова, кого мы служили. Пою. Мы просто со светлой памяти. Не смогли, я все на рукой стою.
сейчас ласковый рассвет встречаешь. Ответь. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Была буда плечи терпеливые страшен лик седой войны, как в шторм разбушевавшееся море. Япония скорбит уж много лет, известны людям Хиросима, Нагасаки, но не наложен на трагедии запрет, стоят повсюду ядерные плахи. Но самая крупная по своим масштабам и последствиям катастрофа произошла на Чернобыльской атомной электростанции. Суммарный выброс радиоактивных веществ составил 77 килограмм. При взрыве бомбы в Хиросиме 740 грамм. Ударил чернобыльский колокол. Его слышат по сей день жители Украины, Белоруссии, России. Люди всей планеты. Всего в результате этой катастрофы от различных заболеваний, вызванных радиацией,
пострадали 5 миллионов человек. Такую реальность была. Многие умерли в муках. Много страдает еще. Многие ждут своей участи, но их не вспомнит никто. Ну что ж, и на этом спасибо, что душу бередите нам. Чернобыльцы, дольше живите, здоровья и радости вам! Но во Всевышней только воле судить, кто прав, кто виноват. Память дней тех будет свята для всех народов и времен. Ведь снова подвигом солдата был мир от страшных бед спасен. Навечно вписан белой кровью людей отважных каждый шаг. На крыше ада черной кровли, где пьедесталом саркофаг, где пьедесталом саркофаг. Они не мнят себя в героях, они не мнят себя в героях, они не мнят себя в героях.